короля или королевы. Это крепче, чем вино, слаще карамели. И сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне этих капель. Солнце, май, арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, 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 кавалеры. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, 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 кавалеры. Лейтенант гвардии рядовой 139-го гвардейского ордена Кутузова второй степени, ордена Отечественной войны первой степени, дивизиона гвардейских минометов. Короче, Колышкин, уже на фронте. Да, вот, наконец добрался, товарищ гвардии. Добрался. Прибыл после излечения. Могли бы вообще не добираться, могли бы в другую часть. Я бы не возражал. Я к своим старался попасть. Старался. Почему в таком виде? Это из пулемета, товарищ гвардии лейтенант. Вот пулю вытащил. Но надо же! Я как знал, что тебя встречу. Ну как вы тут? Лафа! Скоро на передовую. Дадим фрицам прикурить. Я бензибиты, айн сигареты. Молоток, молоток. По-немецки научился шпарить. Да это в госпитале листок попался, выучил от скуки. В школе тоже, знаешь, учили, а? Точно, точно. Сплошной туман. Ну давай. Лёша, забыл. Мама тут папиросы прислала, а мне они сам посудили. Ну спасибо, спасибо. Лёш. Так, еще? Ну, спасибо, корешок, иди. Леша, один вопросик. Ну? Это кто такая? Ну, ты иди, а то всыпет тебя Рабадин. Иди. Леш, а ты вот здесь вот что вот делаешь, а? Ты давай иди. За нами тут юнкерсы охотятся, чуть не накрыли. Да. Леша, а ты к ней идешь, да? Чего? Да я же вижу. А, это родственница. Связисткой прислали. Леша, а у тебя в 43-м году тоже ведь была родственница? В училище в Москве сестра. Двоюродная сестра, понял? Понял. Привет кузине! Зырянов? Товарищ гвардии лейтенант, вас там ждут. Кто? Не знаю. Вы что, забыли, что при оружии честь не отдают? Да? По губе соскучились, я вам это устрою. Виноват, товарищ гвардии. Виноватых бьют и плакать не дают, Колышкин. Товарищ гвардии. Мне вот так хватает всего и без ваших эксцессов. Товарищ, вы что думаете, на передовой товарищ, я это потерплю? Наряд вне очереди – прекрасные средства от бессонницы. Мои друзья уже крепко спят в опочивальне замка, хрустя прохладными простынями. Хм, очень мило. О, уверяю вас, в этом сугубо мужском обществе есть какая-то особая прелесть, полная раскованность,
никаких условностей. Pas de convention, la liberté complète. Штора в окне едва колыхалась, кони шуршали по траве, все предвещало восхитительное утро. Полное блистательных поединков и побед. Чего вылупился-то? Ну ладно. Простите, сударыня. У них там в бочке навалом. Маша, ты поставила чайник? Что? Капитолиной звали. Кто к ней сунется, ну вроде как он. Она того кулаком по роже. Кто опять? Табуреткой. Это она кокетничала. Может быть, доволен, Захар? Чего это доволен? Чего это доволен? Ты слушай, слушай, как тебе говорят. Погоди, Колышкин. Баба ведь она тоже в душе человек. И тоже требует к себе уважения. Ты с ней по-нашему, по-простому. Она за тобой куда хочешь пойдет. А тебе бы сразу лапать, да? Ну, Захар, ты натура цельная, гармоничная, а я, увы. Это кто это цельная? Кто это цельная? Тебя бы налез в заготовки, я посмотрел, кто из нас цельная. Есть, товарищ гвардия-майор! Расчеты! Отбой! Товарищ гвардия-лейтенант! А ну-ка нажми на педаль. Что? Вот на эту. Жень, на минутку. Чего же не пришла? А ты ждал? Факт. Не привык ждать-то. А я люблю, когда меня ждут. Дошло? Ты подумай. А вот и подумай. Маша! Так. Порядок. Так. Льва Николаевича Толстого,
и его родовое поместье Ясная Поляна залп. Из-за Самуэля Ленхорна Клеменса, известного под псевдонимом Марк Твен. Залп. Товарищ гвардейлейтенант! А ну убирайся, а то тебе голову оторву! Тревога! Вы что же, накрыть нас хотели? Ну, что ты будешь делать? Знает кто-нибудь немецкий хотя бы в пределах семилетки? И чему вас только учили? Меня тоже. Товарищ гвардии майор, у нас и Колышкин умеет. Ну, молодец, чё ж ты молчал? Иди допрашивай. Я знаю немного по-французски. Давай, давай, по-французски, давай. Ладно. Спроси, как они сюда попали. А может, ты знаешь Хальтхен де Хох капут? Тогда уходи. Entschuldigen Sie. Geben Sie bitte eine Zigarette. Покурить просит. Зырянов! Куда уходишь? Сколько? Спроси, сколько их было. Пожалуйста. Wie viel? Ein, zwei, drei... Ah, wir waren zu 20. 20, только... А где остальные? Wo ist остальные? Les autres? Die anderen? Die anderen... Doch, umgekommen. Die sind kaputt, kaputt, ja. Умерли, товарищ гвардии-майор. В смысле, убиты. Что они здесь делали? Was machen Sie здесь? Man wir sollten den Standort der Stalin-Orgen ausfindig machen und über Funk den unseren später bekannt geben. Unsere Luftwaffe hätte dann dieses Ziel später ausgehoben. Ja. Ausgehoben. Одну секундочку, товарищ гвардии-майор. Гехобин. Это же радиосигнализатор. Если его включить, сразу юнкерсы прилетят. Merci beaucoup, уже déjà compris. Товарищ гвардии-майор, их сбросили с самолета на парашютах. Они должны были пробраться к нам, подбросить радиосигнализаторы. Потом должны были прилететь юнкерсы. Как только они высадились, то по ним... Молодец, полиглот. А между прочим, кто дал команду? Я спрашиваю, кто стрелял? А? Гвардии рядовой Колышкин, вернувшийся после излечения. Он и в госпиталь не как все попал, товарищ гвардии майор. Не ранил его, ящиками его придавил, по рассеянности. Только не рассеянность, а сосредоточенность. Меня подводит моя сосредоточенность. Совсем молодец, можно к награде. Ромадин, отправить его в штрафроту. Есть, отправить его в штрафроту. Разрешите доложить? Говорите. Разведотдел дивизии передает. В роще южнее Рыжовки ночью сброшены немцы. 20 человек для наведения бомбардировщиков. Приказано ликвидировать. Штрафрота. Если он позволит что-нибудь еще. Надеюсь, ясно? Естественно, товарищ гвардии майор. Что? Так точно! Земляникиной! Как жизнь? Ничего, идет. Здрасте. Как жизнь, ежик? Что это, опять черяк? Ну ничего, Германия близко, там пил, говорят, потрясающе, подлечишься. Сестра милосердия. О, Беломор, посидим, покурим. Ты подумай. Вам что, делать нечего? Съешь галету. Спасибо, я не хочу. А ты представь себе что-нибудь вкусненькое. Я, например, всегда представляю конфет. Вот до войны была клубника со сливками. Ну только... Пойдем за дерево, посидим. Ишь ты какой! Сразу в уголок! А ты не сердись, что я тебя тогда
Ну что вы, я давно забыл, слабый пол, что с вас взять? Это потрясающе. Нет, ты поняла? Да. Слышь, ты к ней не лепись напрасно. Была бы у тебя звездочка, другой разговор. Командир полка у нее, понял? Товарищ Караваев. Так он же старый. Два бойца смотрел. А при чем тут это? Очень просто. Полковник на киноартиста Бернеса походит. Одесса мама, понял? Нет. А, видал? Вот так, пацан. Эполеты, аксельбанты, галуны, кирасы, мазурки, траля-ля. Какие прекрасные лосины. Вы знаете, они вам к лицу. Не желаете ли лососины с повидлом? А может быть, марципан? Или, например, трюфеля? В Одессе имеется многих таких вещей, которых не обладают других городов. Чего выберешься? У нас на лес заготовка. Капитолина в прорубь провалилась. Вот смех-то было. Благодарю вас. Я конфеты с детства не ем. О, а ты уж совсем взрослый, да? Это потрясающе. Я позабыл о вашем существовании, сударыня. Едва вы скрылись за пеленой дождя. Мамаш, инструмент не найдется? Крышу надо бы залатать. Сейчас, сыночек, сейчас. Право, здесь райское местечко. Когда мы победим, я воспользуюсь вашим любезным приглашением, дорогая хозяюшка. Однако вы обещали познакомить меня с вашей дочерью, а? Вальшнеп, сыр, вино. О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам. Кажется, я пришел слишком поздно. Ну что ж, чрезмерная пища расслабляет. Шпагу на кресло, плащ в гардероб. Ботфорты к камину. Я солдат, мадам. Так где же ваша очаровательная дочь? Это я вот эльфи Рависан, мадам. Подожди, я ноги вытру. Да лезь, какая разница? Тебя как звать, пацан?
Марья Андреевна. Чего ты, двинься ближе. Двинься, чего ты? Что вы? Дурачок. Манька, смотри у меня. Тебя не спросилась. Двинься же. Что вы? Двинься, двинься. Ой, сердце тут у тебя как бьется. Что вы? Значит, чего испугался? Пустите. Да ты что, не живой, пустите, что ли? Пустите, Мария. Мария, как же Мария, дура белобрысая. Ну ты ходок. Ну-ка, маленечко. Напрасно иронизировали насчет моего возраста. Мне уже 19. Да, 19, через 5 месяцев. А это не так уж мало, представьте. Захар, дари дисочки. Последняя. Уже пора, знаете ли, чем-то о себе. Что-то после себя. Что? Полковник, супруг, а любить меня? Я понимаю, в прошлом социальные условия, мадам Бовари. Ты чё лапами-то шаришь? Вот даёт, да? Можете смеяться, сударыня. Мне это глубоко безразлично. Я выше ваших подозрений, сударь. И вот вам моя рука. Meine Liebe. Моя дорогая, моя дорогая, моя дорогая. С наступающим, ёжик. Здрасте. А ты парень-то хозяйственный. Почему вы всегда иронизируете? Что ты, мальчик? А правда ты со мной во сне разговариваешь, а? Косых девчонкам рассказывал. Как интересно. Ну ты заглядывай, посидим, покурим, чайку попьем. Благодарю вас, я чай не пью. А, понимаю, к спирту привык. Да, честно, мне говоришь, это... Предпочитаю.
Чаем с конфетками на гражданке будем баловаться. Это потрясающе. Пацана хмуряешь? Да. А что? Слышу, почтарь, Калышкин, Калышкин. А это нашему Колышкину посылка-то. Че нашел-то? Ну-ка, посмотри, что это у меня в глазу-то? Давай, дуй, чего там? Может, что вкусненькое, чайку попьем, как на гражданке. Ну, давай. Ах, уехал. Может, догонишь, они на передовую махнули? 7 километров, не больше. Что, накрылась посылочка-то? Колышки, отправляйте к почтарям. Я разрешаю. Товарищ гвардии лейтенант, слушаюсь. 23:00, будь на месте. Естественно. Не естественно, а так точно. Виноват, товарищ гвардии лейтенант, так точно. Виноватых бьют и плакать не дают. Идите. Слушаюсь. А спиртяга, спиртяга будет? Мама обещала постараться. А уж моя мама, знаете. Это вам. Клубник со сливками. Те самые. А ты-то что же? Давай с нами. С наступающим. Будьте счастливы. Угу. Клубника со сливками? Ваши любимые конфеты? Что вы говорите? Право, я не обратил внимания. Как это мило. Да нет, нет, я ничего не писал маме. Это просто совпадение. Да, я чрезвычайно рад. Угощайтесь, сударыня. Ты сегодня красивая. Да ну. Огонь тебя освещает. Что я с вами сегодня? Ну и Лёшка. Зырянов? Слушаю, товарищ гвардии лейтенант. Кто спросит? Я у майора. Ясно. Слышь, я ведь давно на тебя смотрел. Лёшенька, протри стекла. Была родственница, нет родственницы. Понял? Да какая там родственница? Ты думаешь, я уж не могу всерьез? Продали! Ничего я не думаю. Эх, слов у меня нет, чтоб ты поняла. Пол дома Витьке продали! Ты думаешь, я всегда так буду? Война кончится, я в училище пойду. Я лейтенанта получу, я не я буду. Эх, папаш, задарма, слышь? Может быть, я тебя всю жизнь на руках буду носить. Это у тебя темперамент, да? Сейчас сгоришь. Да ты прочти, прочти! Ну чего ты привязался? Ну чего? Так дом-то мой! Пятистенный под железом сам бревна ложил. Ну хрен с ним. Да. Прости, вот мы пол дома Витьке продали. С Новым годом! Вот она. Иван! Oberst, diese Russen sprangen plötzlich in unseren Schützengraben und wir konnten ihn nicht. Steu ist Etta. Etta? Das ist?
Это есть с Новым годом? Со мной не. Господа, мне поручено передать это вам, поздравить вас. Примите уверение, этот скромный подарок. Er sagt, man habe ihn geschickt, uns, anlässlich des neuen Jahres, dieses Geschenk zu überreichen. Oh, das hätte ich niemals gedacht. Kuchen! Oh, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. So ein starkes Zeug. Erwin, gib mal einen Ball. Nimm noch für Erwin, für Paul gleich mit hier. Der steht Kosten draußen. Ну вот. Теперь я пойду. Hey, halt! Na, alles elender Schwindel. Wahrscheinlich. An die Wand stellen, den Kerl. Moment mal. Mir kommt da eben eine witzige Idee. Geben wir doch dem Ivan ebenfalls ein Geschenk mit. Aber anstelle von Konfekt und Schnaps verehren wir ihn etwas ganz Besonderes. Was genau, Mitternacht, MEZ? Hm? Oberleutnant. Zu Befehl. Macht den Ivan besoffen. Und zurückhalten. Jawohl, Sturmbannführer. Los, los, geh. У меня нет времени, понимаете? Мне нельзя задерживаться. Меня ждут, да понимаете? Да не было, мне... за необходимо... где же шаг? Was suchst du denn da? Ach Gott, was ist denn da? Мне надо идти. Wohin мне надо идти на хаус. Мне gefällt's wohl nicht bei uns. Слышите, честные комсомольцы... Der hofft immer noch zu seinem Neujahr zurechtzukommen. Я столько не пью. Благодарю вас. Nein, мне достаточно. Genieß das Leben. Ничего. Встрет ищ Новый год в берлинское время. Без двух минут. Шнапс. Bitte. Hey, lass uns noch was trinken. Я, знаете ли, привык по-московскому. Ничего не поделаешь. Пропал полиглот! Срубали волки вместе с посылкой! Ну тебя! Ну вот! Нет, с ним определенно что-то случилось. Сидела ночью в окно в рыбале с гроздью белой. Цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебя любил. Ach, 99 mal Klick und einmal Klack. Also ich habe ganz eine Weile keine Post bekommen. Und dann plötzlich, dann schrieb mir ein Freund. Trotzdem, das kann bei dir so sein, mein Lieber. B, Ivan. Благодарю вас, мне достаточно, Фриц. Я не есть Фриц, я есть Сигфрид. А я есть Евгений. Женя. Есть Евгений. Кто бы мог подумать, гостеприимство и внешность у вас обыкновенная, человеческая. Как ни странно. Послушайте, вы им объясните, это же глупо, бессмысленно. Вы же понимаете, что ваше дело, сами понимаете. Зачем же усугублять? Вы слыхали про Ялтинскую конференцию? А? Знаете, я живу на Арбате, возле зоомагазина. Знаете, это капка... Ihr, das soll er nehmen! In den Stab! Aber schnell, sagt ihm zu fressen und zu saufen. Komm! Возьми это, быстро, нести своему начальству в штаб. Это подарок. Здесь пить и кушать. Ты понял? Nein. Übergeben. Шапка. Seine Mütze. Vorfeld, Bebe. Heben Sie die Mütze auf. Aber schneller, schneller. Ja, bitte. Все, Tamina.
übergeben. Сейчас все кончится. Все просто. Ну, спеши! Быстро, быстро! Я разжимаю руки. Не могу! Verdammte Scheiße! Stinkt es auf! Благодарю вас. Но это нечестно, это даже как-то неприлично. Что это такое? Мы вам, вы нам. Вот не возьму. Не возьму и все. Как хотите. Вы очень любезны. Раушмейстер. Auf Wiedersehen, Siegfried. Schieß eine Leuchtkugel hoch, dorthin. Wohin willst denn du? Beim Oberst langweilig, Mann. Geh mal zu uns. Клубника со сливками. Кретин. С этой лентой дурацкой. Meine Mutter brät mir eine knusprige Gans. Ein helles das. Vor allem Millionen deutsche Frauen sich eingegliedert haben in diesen Arbeitsprozess. Stell dir vor, Siegfried, in 4 Minuten, da fängt das neue Jahr an. Mein Gott, wann nimmt das mal ein Ende? Deutscher Soldat, du kannst beruhigt sein, hinter dir steht eine Heimat, die dich niemals im Stich lassen wird. Herr Oberst, Feldwebelmeier meldet, verdächtige Kiste. Господи, наконец-то! О, Евгений Батькович! Прибыли! А где Спиртяха-то? Оставьте меня в покое. Чего? Нет, где Спиртяха? Ну, чего пристал к человеку? Значит, нету. Как это нету? Как это нету? Ну, чего? Все кончено. Посылки нет, конфет нет. Ничего нет. Финита ля комедия. Ну что, притырил посылочку, да? Притырил, да? Оставьте меня. Да он сам ее выжрал. Ладно, Захар, погоди. Да накрылись твои конфеты земляники, но он их другой бабе скормил. Посылку съели немцы. А можешь медведи? Хватит орать. Белый. Ты где был? Ну ладно, про немцев мы уже слыхали. Ты где был-то? Брехло! Ну вот, угостил нас Колочкин. Теперь повеселимся. Ты чё, скис? Тебя Захар заводит, а ты? Плевать. Да бог с ней с посылкой. Меня у полковника угостили. Подумаешь, конфеты. Плевать. А чё это ты расплевался? Меня успокаивать не надо. Может, кто-то другой в этом нуждается. Тот, кто вас ждет с конфетами. Что? Что ты сказал? Что? Ты что сказал? Что? Что-то про полковника. Что? Нужен ты очень. Подумаешь, ценность большая. Не уходите, я сказал гадость. Ударьте меня, только не уходите. У тебя бред, мальчик. Пойди, проспись. Это все глупости.
Просто кроме меня здесь никого нет. Нет, ну ты понял? Разыграл я полиглот. Ну и правильно. Куда посылку притырил? Пускай там другие кормят. А мы сами рубанем. Тоже мне, понимаешь. Пускай там с другими. Ты что? Кончай, Колушки! Хватит, Захар! Полиглот! Ну ты смотри, ну ты! Я тебе так порыву врежу! Ты у меня все иностранные слова позабываешь! Тоже мне! У нас на лесозаготовках с такого бы сразу сучки позбивать! Ты что? Я ну как клеш, ну ровно как клеш прицепился! Что, где? Немцы, а? Свои! Двухэтажные нары гораздо удобнее. Наверху умные, внизу счастливые. Неси свой крест. Несу, несу. Успокойтесь, сударыня. Что, спектежа? Сейчас. Еще пожалеет. Сам первый меня по морде. Все правильно. Чего это? А? Да ты что? Пойди проспись, пацан. Колышкин! А мы думали, вы к фрицам попали. Я к фрицам попал, товарищ Гвардии. К фрицам. А вы на лесозаготовках никогда не бывали? Ладно, давай воду. Товарищ гвардии лейтенант, позвольте воду сменю. Сойдет. Грязные, как бы не пронесло. Сойдет. Товарищ гвардии лейтенант, вы же не пьете? Колышкин. Вот. Товарищ гвардии лейтенант, через Москву будете проезжать, позвоните. Я познакомлю вас с моей собакой. Ну, Колышкин, вы у меня добьетесь? С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры, капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля, пейте, кавалеры. Захар! Захар! Захар, выпусти меня! Я почему-то в сараю очтился! Пить хочется, просто спасения нет! Слышь, Захар! Чего тебе, чего? Сидишь, сиди! Да я пить хочу! Чуть мне в сарае-то сидеть? Я пить хочу! Такого перепоя рассол помогает! Значит, меня сюда? Из окружения! Колышкин, ложись! Ложись, Колышкин! Ты, видать, с посылки вовсе память отшибла. Фрицы в плен, а лейтенант хватит. Где Колышкин? Пить не умеет, а берется. Да
Доброе утро. А дальше? Ну что, привязался-то? Дальше, дальше. Дальше тебя в штрафную отправят. Ты игрался. Шапка. Шапка, шапка, шапка. Куда же я дел шапку? Где моя шапка? Дай воды! Дай воды! Я пить хочу! Нет у меня воды! Воды дай! Дай воды! Открой дверь, выпусти меня, дай воды! Воды дай, открой дверь! Воды свободы, тюремщик! Чего ты, чего ты, чего? Чего ты шумишь-то? Воды. Из рельеф. Кого? На двор мне надо. Понятно? Товарищ гвардия лейтенант. Товарищ гвардия... Да товарищ же гвардия лейтенант. Что? Что случилось? Немцы? Колышки на двор просятся. Косых, мы не спали трое суток. Я просил будить меня только по тревоге. Какого черта? Что это? Это крепкий чай. Очень хорошо помогает. А, это вы? Благодарю вас. Товарищ гвардия, Колышкин на двор просится. А я тут при чем? Так товарищ гвардия. Ну выведи, выведи его. Выведи и покажи. Слушайте. Может быть, вы позволите без свидетелей? Чего? Сделать свои дела. Давай, только недолго. А это как получится? Доброе утро. Здравствуй, здравствуй. Чей ты на месте не стоишь? Тороплюсь. Держи. Что это? Ну тяни, тяни за собой, увидишь. Ну держи. Слышь, ёжик, Онегина-то не было. Чтобы господин Онегин объяснил мне свое гнусное поведение. Кушкин! Поединок рассудит нас сатисфакцией! Кушкин! Вы слышите? Вы бесчестный соблазнитель! Кушкин, отставить! Бежите, ха-ха, трус! Кушкин! Будьте моим секундантом! Отставить! Я вас слышу. А вы меня слышишь? Ты меня слышишь? Вот до чего техника дошла. Голова-то болит? Что? Небось, болит голова. Кажется, я вчера... Девчонки смеются. Ну вот, чаю понесла, и я несу. Какие-то немцы. Караваев. Не помни мою доброту, ёжик. Как ты лейтенанта в щечку-то? Ну это точно, штрафная. Да брось, ты подумаешь, губа. Я увидеть. Увидеть тебя хочу! Лицо твое увидеть хочу! А что тебе мое лицо-то? Вот выешь насмотришься! Ну хочешь? Хочешь, дверь в сяпки разнесу! Ты что, спятил? Ради тебя хочешь? Грамотный больно, что ради меня-то? Ну чего? Чего ты разошелся-то? Сидишь, сиди! Ты можешь говорить все, что угодно. Я виноват перед тобой. Виноват, так виноват. Оба погорячились, с кем не бывает. Нет-нет, это я виноват, я. Да ладно, ведь я тоже не сахар. Я увидеть тебя хочу. Хочу и все.
Ну что ж ты молчишь? Слышь, я в окошко просунуться не могу! Ефрейтор Косы! Я, товарищ гвардлейтенант. У меня в 43-м тоже такое было. Так за мной. Смех, ей-богу. Это в тылу на формировании. Мы с девчонками на танцы рванули в самовол. А тут как раз проверка, представляешь? Ой, что было? Ты чё молчишь? Чё молчишь, ёжик? Захар? Товарищ гвардии майор, там арестованного сдали. Голушкина, который мертвым прикинулся. Голушкин. А кто его к награждению подсунул? Так это ж когда было? Немцы в лесу обнаружили. Одной рукой награждаем, другой сдаем. Орден мы на него получили. И на тебя тоже. Грач! Товарищ Гвардимайор! Товарищ Гвардимайор! А как же? Колышкин на товарища полковника кидался. Ну? Я буду ходатайствовать. Ну, правильно. А награждение придержим. Совершенно точно. Вместе с твоим. Товарищ гвардимайор. Окажите лейтенанту помощь. Товарищ гвардимайор. Опух, Колышкин! Зарапортовался! Сейчас рвотин тебя так облобызает, не обрадуешься! Да, насчет фрицев это ты, брат, загнул. С перепоя такое поберечится, что ты? Косых, дай морковочки. Последняя. Эй. Ветер доносил до них запахи джунглей, а прибой ласкал им слух. Джек расхохотался, отрезал верхушку кокосового ореха и стал пить прохладную живительную влагу. Здоровенный такой орех, 2,5 литра в раз вмещает. Мы спасены, воскликнула красотка Кэт. И слезы брызнули из ее прекрасных голубых и огромных глаз. Но ты прямо книжный магазин. Потом они построили легкие бамбуковые хижины в тени пальм. Легкий бриз ласкал им лица. По вечерам они катались на велосипедах и выращивали маленьких крокодильчиков. Крокодильчик? Гляди-ка, братцы, земляники на лимузин подкинули. Штаб дивизии переводит. Что и с нами-то? Мы простые солдаты. Может, завтра лежать нам, раскинув руки. Пускай езжает штабная крыса. Не смей! Чего? Я тебе лицо вобью! Твое счастье, сопляк. Эй, ежики! Слыхали? Наши в Австрии. Венский вальс за мной.
Да или нет? Да или нет? Насытилась? Ёжик, ты подумай, разыскал. Шутник? А я не помню. Какие глаза у него, не помню. Все вспоминаю, какие они у него, вспомнить не могу. Ты давай лучше шмотки таскать. Сам худенький, совсем мальчик. Дурочка, других что ли мало? А другим-то другое нужно. Что нужно? Помочь нужно, товарищ капитан. Вы бы женщинам помогли. А. Забыла, как звать? Надо же. Идик, мы идем. Куда смылся? Сейчас только здесь был. Ну, бывай. Земляникина! Здравствуй, Захар! Леш, вы куда сейчас? Все туда же. В логово. Давай, быстрее. А точно одной бабе генерала присвоили? Точно. А вам пасту куда же ей пришьют? Не знаю. А? Может, увидеть? В Берлине! Колышки! Там земляники, ну что ж ты? Не опасайся за генералов, это бьет запросто. Ну ладно, ладно. Не имеем.
Grund und rüber, aber die kümmern sich noch um ihre Klamotten. Aufhören! Nicht schießen! Ihr schießt ja auf eure Frauen und Mütter! Kuschkin, отставить! Отставить, Кушкин! Schauen wir diese verdammten Weiber! Ich knalle euch gleich in den Pferdearsch! Schneller gehen, Damen! Schneller, schneller! Ну, Колышкин, втравил ты меня. Выметно. Ну, Колышкин, давай, снимай. Товарищ Гвардии. Колышкин. Ромади! Товарищ гвардии майор! Поедем с полковником в штаб. Захвати с собой одного человека. Поехали. Зырянов! Я, товарищ гвардии лейтенант. Виноват, товарищ гвардии капитан. Собирать. Едем в штаб дивизии. Есть. Давай надраивайся. Еще один колончиком полезь. Там тебя Земляникина ждет. Не до... А может, и ждет. Женская душа потемки, у меня фонарик. Товарищ гвардии капитан, пошлите Колышкина вместо меня. Что? Там у него дело. Отставит Зырянов. Я ему езжаю, он говорит, товарищ гвардии капитан не пустит. А ему товарищ гвардии капитан-то как раз и пустит. Ну ладно, что у него там? Какая еще родственница? Просто Тернер. Как? Я говорю, пейзаж, как у Вильяма Тернера. Товарищ гвардии полковник, простите, а что, и в Одессе есть Тернер? Возможно. Вот взгляните хотя бы вон туда. В Одессе нет Тернера? Может быть, я там не был. И вы знаете, о чем я подумал, лейтенант? Нет. Простите, капитан. Ерунда, товарищ гвардии полковник. Кончится война, пойду смотреть старых мастеров. Мы с женой очень любим живопись. Вот хотя бы эта река. Старые мастера и молодые связистки. Что вы? Чепуха, товарищ гвардии полковник. Была тут у нас одна связистка, сержант Земляникина. Ну и что же? Ну, ее потом в штаб дивизии. Товарищ гвардии полковник, вы там про реку начали. Позвольте, Земляникина? Я отлично помню, уже прекрасная девчонка была. А что с ней, где? Нет, ничего, товарищ гвардии полковник. Она еще была влюблена в нашего солдата, этого Корочкина. Так точно. Ну, а он где? Что с ним? А он у меня в порядке, товарищ гвардии полковник. Мне бы лет 20 сбросить, я бы этому Корочкину показал бы. Еще бы. Извините, вы там еще про реку. Река как река. А художник берет кисть. На. А?
Да. Не завыл, значит. Вот дружок настоящий. Замерз? Ах ты мой дорогой. Посидим, покурим. Да нет, я не курю, это я так, как ты, про спирт. А здесь тепло, правда? Вчера печку натопили, кошмар. Не пойму, что ты повзрослел или мне показалось. Девочки только что уехали, суп не остыл. Поешь горяченького, а? Садись. А ты думал, как я тебя встречу? Думал, да? Как в лучших домах. А как же? Водочки-то выпьешь? А, давай понемногу. Что, от голодка-то будет? За встречу. Действительно, ничего не будет. За встречу. А может, не надо, захмелеешь? Ладно, не надо. Действительно, захмелею. А, была не была. Это мама. Она в Осе, в эвакуации. Городок такой на Каме. Вот опять у нас с тобой свидание. Прямо посередке войны свидание. Да ты ешь, ешь. Всю жизнь, моя милая, одна и одна. Господи. Неужели это ты? Теперь я вижу, какие у тебя глаза. А то вспоминала, вспоминала. Я письмо от тебя буду ждать. Напишешь? Письмо? Напишешь? Да зачем тебе это, глупый? Хочешь, я маме напишу про все? Сама отправишь. Да про что про все-то? Ведь мы с тобой поговорить-то толком не успели. Что это? Это ветер по комнатам путается. Дом-то пустой. Пустой? По замку бродили призраки рыцарей. Посмотрим. Да нет, там холодно. Давай лучше здесь посидим. Поговорим что да как, а то мне скоро на дежурство.
Сударыня. Вашу руку. Я проведу вас по руинам зла. Рыцарь. Сударыня, как вы провели утро? Колол дрова. Фи, а что же делали ваши слуги? Да хватит тебе. Что вы предпочитаете, сударыня? Грёзы, плафон или канареек? Ни то, ни другое, сударь. В таком случае, сударыня, мой замок к вашим услугам. Скажите, сударыня, как вам нравится это гнездышко? Сойдет. Я счастлив. Так это переводчик. Значит, это его дом. Гутен так, Зигфрид. Ничего себе домик. Так ты что, правда Новый год встречал у фрицев? А, сударыня, не раскаивайтесь. Считали меня лжецом? И в этом замке витал Амур? Мимолетное детство... Отрочество. И они тоже читали книжки. Может быть, Шиллера или Гёте. Ах, Мутер, Мутер. Там кто-то есть. Слышишь? Давай вернемся, Жень. Пустое, сударыня. Оп! Клянусь этой шпагой, ни один волос не упадет с вашей прекрасной головы. О, это потрясающе. Мой рыцарь меня защитит. Женя, ты где?
Косых, дай сухарика. Последний. Свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, 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 кавалеры.